еще письмо, несколько другая тема у нас. Не депресняк, а уже как человек занимается. Написал Санчес. Чистка печени, домыслы и реальность. Вот значит, можно действительно домыслы строить, можно еще что-то делать, это, а это там масло смешалось с лимонным соком. И вот смотрите, пробирочки получились, вот такие какие-то сгустки, и говорят, что это там с печени выходит. Да это естественно реакция. Когда человек сам это делает, он на все это начинает смотреть по-другому. Итак, бесконечная благодарность за ваши труды. Первый раз чистил печень в 95-м году по целительным силам, будучи 18-летним. До этого с 14 лет занимался пауэрлифтингом, ну, силовым троеборьем и культуризмом. Ну, человек любил поработать над своим телом. Все, как так сказать, начинают, знаете, не с личности, а больше с работы над телом, а потом уже переходят на личность. Ну, это так вот. Считая себя здоровым, еле мог пробежать 1 километр, были боли в печени. Но человек оценивает, знаете, он может чувствовать себя здоровым, не понимая, что такое настоящее здоровье. Это две большие разности, разные вещи, которые он вдруг ощущает после того, как он позанимался над своим организмом. Это настолько большая разность, что постоянно ставили диагноз хроническая желтуха, печень была увеличена, болел в спорте, требовалось для роста результатов пить анаболики. После начала приема курса меня загнуло, чувствовал себя стариком. Ну, бывает такое, бывает, значит, в спорте прогрессировать, ну ладно. Не знал, что делать. Друг подарил вашу книгу, первый том. Делал все по инструкции. Очень мотивировали примеры исцеления. И поэтому я с вами, для того, чтобы вот эти вот примеры были, для того, чтобы вот эти беседы, есть такое понятие, как духополезные беседы, беседы здравомыслия, беседы, говорит, вот поднимающие, мотивирующие, окрыляющие, в конце концов. Даже это я делюсь с вами своей энергетикой, что вы ее там чувствуете, особенно в прошлых. Сейчас у меня особой энергетики нету. Прошлые видосики посмотрите, где она с меня там прет. Мотивировали примеры исцеления, описанные в книге, и страх сменялся уверенностью. Вот для чего. Вот для чего и календари эти делал, для того, чтобы вот все эти примерчиками показать. Вот, вот одно было заболевание, вот другое было заболевание, третье, пятое, где-то там кто-то лечился. Какой-то страх, неуверенность, а вот один пример, а вот другой пример. И важно, важно просто поработать над своим организмом. Не что-то специальное, когда дайте мне рецепт, грубо говоря, от геморроя, или от боли в плече, или там, от желтухи и так далее. Вы поработаете над своим организмом. Просто очистите его, клизмы, печеночка, закрепите правильным питанием. И глядишь, что куда девается. Так, дойдя до чистки печени, ничего не ожидал. Ну, когда не знаешь, думаю, да, что она даст, что она даст. Что, масло выпил там с лимонным соком, ну и что? А когда потом пройдет, итак, первая чистка шла без болевых ощущений в печени, выходила черная, как нефть, маслянистая жидкость. Вот это как раз и поддерживало вот это вот хроническое, там что-то там, желтуха и так далее, и так далее. Это все от того, что человек там безобразно питался, все там вот так вот намешал, и у него уже вот эта желчь там застоялась, превратилась в черную мазуту, вот именно черную мазуту, и ее надо слить. Для меня увиденное было шоком, и я это сам видел. И вы это видели вот этих видосах, там, что выходят водоросли какие-то, что выходит эта черная желчь, может, там разная, вот эти вот разного рода камушки там вылетают. Ко мне не было, да потому что, чтобы протолкнуть вот этот, весь этот застой, который привел к образованию старой желчи, все это болело, надо было сначала вот это вывести, что и было сделано.
Вы не думаете, что вот одна чистка, и все нормально. Да она там только пробивает, эта чистка, одна там более-менее нормализует. Вторая еще что-то там расшевелит, третья еще что-то сделает. А вот четвертая, пятая может там вывернуть этих камней, печень станет чистой и начнет нормально работать. Она не оздоровится, она просто начнет нормально работать. Значит, камней не было, облегчения в состоянии не было. Ну, просто ушло вот это мазута. После второй чистки камни темно-зеленые, ближе к черному, сыпались в большом количестве. Вот о чем я вам говорю. Вторая только, опачки, и погнала. Чистки проходили безболезненно. На третьей чистке печени вышло 0,5 литра зеленых камней. Представляете, вся печень не работала, потому что она была заполнена и пропитана вот этими вот камнями билирубиновыми, да, биливердиновыми и прочее. И еще вот этой вот черной желчью. Она еле-еле дышала. И человек думает, да, я еще то-то-то-то-то. А потом, давайте. Вот, после этого ощутил невероятное состояние невесомости, как будто я парю над землей и передвигаюсь абсолютно без усилий. То есть вот она, ключевой орган, который ведает всеми обменами веществ, энергии, там, жидкостью, там, прохождением, в смысле, кровообращения, лимфообращения и... Он заработал, и это вот так вот ощущается. Поэтому многие просто не знают, о чем мы говорим, какое может быть у вас здоровье. Это волшебное ощущение невозможно ни с чем сравнить. Действительно, легкость, спокойствие и блаженство. Результаты в спорте стали расти без стимуляторов и стероидов. Да когда он заработал организм, а так он сам не работает, А вы еще пытаетесь, что он что-то тут вам выдал, какой-то результат. Жизнь наполнилась новыми ощущениями силы и здоровья. Благодарю, Геннадий Петрович. Вот так вот, видите как. А теперь мы еще почитаем, к этому подстегнем еще один видосик. Диагностический центр, так, это самое, что толщина, плоскость визуальная, что там, вот это, ага, шейка матки видна, наботовая киста размером 12 мм, окружающую матку, жировая клетчатка, неизменно маточные трубы, яичники достоверно не определяются. Прямая кишка без вынимых, это такая жидкость, это самое, так, врач высшей категории, доцент, все как положено, выше, это так, контрастное вещество, ну все, делаем так, и что? Вот она пишет, эта женщина, я подстегиваю к этому, то есть вот разница. 56 полных лет, мне поставили по заключению МРТ диагноз. Заключение прикрепило. Матка увеличена в объеме, полностью округлое образование размером до 110 мм. Образование имеет неоднородную структуру с участками ограничения диффузии и зонами умеренного накопления контрастного вещества. Кроме того, в полости матки видно геморрагическое содержание и так далее. Ну, вот так, да? Заключение прикрепила. Биопсию не делала, на операцию не пошла. Вернуть себе здоровье. Вернуть себе здоровье можно самыми разными методами. Но вот медицина вот это предлагает. А что, допустим, натуропатия предлагает, которая эта женщина почитала из моих книг? Так. Пила соду 3 раза в день, спринцевалась. Питание сыроедение, иногда капуста тушеная, гречка, ем проросшую пшеницу. Очищение кишечника упаренной уриной, сейчас идет 9-я клизма. Держу клизму по часу. Тампоны с упаренной уриной на ночь. Бег трусцой от 1 до 2 часов. Ходьба от 1 до 4 часов.
очищается печень после бега и соков, давление 95/70, печень после бега и соков. Как раз когда мы с вами, и я лично очень хорошо прочувствовал очищение печени, когда я бегал, все это дело раструхивалось у меня в области там печени. Это можно использовать как чистку печени летом. Далее я шел в баню, хорошенько, значит, парился. А после бани, когда приходил, я пил ударную дозу, ну, буквально таки до литра сока. Это где-то, возможно, ну, грубо говоря, пол стакана, грамм 100 свекольного сока и 900 граммов яблочного сока, я этот как-то выпивал. После этого меня проносило, и что я видел? Я видел, что из меня выходили семечки, камушки, как подсолнечные семечки, вот такие вот, вот горстями. После 4-5 клизмы вышли из влагалища кровяные лоскоты. Операцию не надо делать. Большой кусок мяса или сгусток крови вышел в длину яйца. Продолговато, как будто резиновое образование. Вот оно, грубо говоря, что там и было. То есть это можно вот так вывести, а можно распанахают вам животик, а то еще и матку всю удалят. А зачем она вам нужна? На следующий день начала пить керосин, 1 чайную ложку 3 раза в день, увеличиваю до 1 столовой ложки. Посоветую, пожалуйста, что еще можно применять. Что я написал? Раз выходит, продолжайте то, что делаете, присылайте фотки и отчеты, что и как. Здоровья!